Доброго здоровья, дорогие мои зрители и гости моего канала. С вами Татьяна Егорова-Речкалова, город Ростов-на-Дону. У нас с вами вот такая подборочка от мастера Оли. Город Асбест, фирма Бастет. Вот так выглядят ее бирочки. Шикарное кольцо. Помощник в финансовых делах для предпринимателей и бизнес-вумен. Цитрин Бразилия, цитрин лимонный, 18 размер колечко, колечко классика, высокий шип, овал 22 на 16 и на 11, 22,6 карата, 10 тысяч стоимость этого шикарного колечка. Огранка супер. Марион, кольцо корни, 16,5 грамм, и колечко в белом родии, размер 20, овал 23 на 18, 24 карата, вес камня. Марион Южный Урал, 13200 рублей. Марион Мариону рознь. И вот смотрите, насколько они могут быть разные. Сейчас я вам покажу. Так. Так, это Марион звездчатый. Вот такие звездочки, смотрите, вот по нему вот так бегают. Вот одна, вон еще одна побежала, и еще одна, вот она, смотрите, вот такие звездочки будут бегать на солнышке по вашему колечку. Вот так. Вообще, очень редкое явление астеризм. Ну вот, и не во всяком марионе, они тоже все разные, есть вот такой эффект. Ну вот, в данном случае он присутствует. 13200, повторюсь, стоимость кольца. Вот такое собрание великолепных камней. 5,3 грамма. Вот такая конструкция, 19 размер, кольцо в белом роде, диаметр 3,5 и 2 миллиметра. Берил и турмалин, берил Средний Урал, турмалин Забайкалье. Стоимость кольца 22 тысячи рублей. Еще один цитрин, идеальный, вот просто идеальный. Ни одной шторки, ни одного видимого глазом включения. Вес кольца 11,9 грамм, размер 17,5, 27,2 карата, вес камня. Цитрин Южный Урал, 5300 рублей. Берил, берил уральский, в черном роде, кольцо корни, размер, вес 17,6 грамма, размер 19,5, 20, 35,7 карата. Вся информация по камню на бирке, 13200 стоимость этого изумительного кольца. Вот так будет колечко на ручке. Очень интересный камень, очень. Такая прям планета. Красота из красот. Так, вот такие серьги у меня есть.
Это тоже берилл. Так, вес одной серьги 1,5 грамма. 0,5 карат. 12 тысяч берилл. Средний Урал. Смотрите, занижение штифта 3 миллиметра. На любой прокол и на любую мочку. Вот такие славные серьги. Кольцо. Звезда Давида. Прошу обратить внимание. Берилл Средний Урал. 7500 рублей. 0,3 карата. Размер 17. Камешек 4 на 4 миллиметра. 3,1. Это вес колечка. Вот такое исполнение. Сказочный опал. Великолепный. Вы знаете, вот впечатление, вот примерно как от картин импрессионистов. Смотрите, вот помните демон Врубеля? Вот прям шикарный, фантастический камень. Колечко называется Love, 7,8 грамма, и бабочка, и сердечко. 18 размер, 5,1 карата в камне. Супер. Вот камень в профиль. Смотрите. 22 тысячи стоимость этой красоты. Фантастическое кольцо. Вот залипаешь, и вот огонь изнутри. Так, кольцо розочка 4,7 грамма, 17,5 размер, рубин натуральный, Таиланд. 3,7 карата, 7200 рублей. Сейчас посмотрим, как это будет. Вот. Красота из красот. Вот так. Смотрите, кто переживает, чтобы камень был натуральным. Это зона роста. И вот шестигранные кристаллы, смотрите. Вот они. Так. Вот такая сказка. 3,3 карата. Вживую он зеленее. Камера добавляет синевый. Берилл 1 карат. Размер 18-18,2, кольцо и для мальчиков, и для девочек, унисекс, 10800 рублей. Берилл 1 карат. Третий ряд. Вот такая сказка, 7,8 грамма, 19 размера, 9,5 карат. Вес вставочки. Аквамарин Забайкалье. Кольцо в белом рудии. Фантастическое кольцо. Изумительный камень. 24 тысячи стоимость колечка. Так, еще черный опал. Давайте попробуем сымитировать солнышко. Вот такие всполохи по нему. Так это все здорово, интересно выглядит. Вот в таком исполнении. 4,3 грамма, 18 размер, 2,8 карата. Черный опал Эфиопия, 14 тысяч рублей. Вот смотрите, мне бы хотелось сравнить два колечка.
14 тысяч и 22 тысячи. Вот чем отличаются. Смотрите, 2,8 карата, 5,1. 14 и 22. И по качеству. Вот так это все изумительно выглядит. Абсолютно два разных камня. И тем не менее, вот красота. По колечку слева прям кометы по черному небу проносятся. Класс. Так. Еще цитрин в очень интересной фантазийной огранке. Цитрин лимонный, Бразилия. 10 500 рублей, 18 размера колечко. 11,4 карата. Вот в таком исполнении. 9,4 грамма. Стоимость, простите, вес кольца. Стоимость 10 500. Шикарный аквамарин, великолепнейший подвес. Вот такой огромный. 15 грамм подвес, 5,5 миллиметров длина. Вся информация по камню на бирке. 51 карат, 20 тысяч стоимость этого изделия. Аквамарин Бразилия. Так, и последнее, что я хочу сегодня показать. Рубин с рубинами, 6,2 грамма, 19,5 размер, 5,3 карата, центральный камень. Рубины натуральные, кольцо в белом роде с золочением, Мьянма. 31 500 рублей, смотрите. Вот внутренний мир центрального кольца. Кто переживает, чтобы это было все натуральным? Все, пожалуйста. Вся информация на бирочке. Я желаю вам всего самого доброго. Будьте здоровы. С вами была Татьяна.